Вот рыбка размножается в Сахалине. О, выбегает. Хватай ее, бери! Еще бери! Вот, смотрите, горбушки выплыли. Иди обратно. Иди обратно. Я не буду брать, выбирай. Шорох найду сейчас. Она вся идет в ручей, который очень мелководный. Убираем. Такая вот горбушка у нас ловится. Нам она не нужна. Есть. Есть.
Иди сюда. Мальчик, мальчик. Иди давай. Я тебя не травмирую. Опа, есть. Есть рыбка. Горбушидзе клюнула. Папиному другу может работать. Нормально? Надо? Пусть забирает. Вот такая, ребят, красота. Дело в том, что видите, устье там. И она вот только отсюда доходит. И она вся погибнет. Потом все тоже погибнет. Оно промерзнет все. Эх, бедняжки, а. Не туда вы заплыли. А я тут очень много. И вот так вот рыба ошибается. Перед той речкой. Бедняга. Как она по такому поднимется? Не так. Ну, красота на самом деле. Природная красота. Сколько горбуш, а? Красивая, еще не сильно горбатая. Еще нормальная, съедобная. Вот, ребятки, смотрите. Горбушка. Можно руками ловить. Иди, вот здесь плыви. Ой. Хотел помочь. Не помог. Смотрите, горбы. Вот это уже не рисовая, а краска имеет, да? Что-то у него хвост какой-то ободранный. Вот какой у него горб растет. Это еще маленький. Но уже серебро ушло уже. Вот такая вот страхолюдина. Thank you.
таком месте, красивом, горы полной речушки, горбуши. Скоро пойдем опять половим.